Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Кипень, и сегодня на завтрак мы приготовим печенье, а основой для него будет овсянка. Ее употребление наполняет организм силой и поднимает настроение, поэтому именно овсянку рекомендуют употреблять на завтрак. Для печенья нам понадобятся бананы, овсянка, мед. Начинаем готовить. Для нашего печенья мы возьмем бананы, погрузим их в чашу и перебьем в однородную массу блендером. Добавим к нашим бананам немножко йогурта. Перебиваем бананы в однородную массу. Масса получается ароматная, и запах стоит как от бананового мороженого. Перекладываем в чашу и засыпаем это все овсянкой. Перемешиваем и добавим еще буквально чуть-чуть хлопьев. Масса получается густая. Ну что же, пришло время выкладывать их на противень. Берем бумагу для выпекания и на нее выкладываем наши будущие печенья. Их можно делать абсолютно разной формы. Если у вас есть какие-то формочки, пожалуйста, используйте их. Если нет, можете сделать просто круглые, овальные, как захотите. Сформированные печенья отправляем в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 15 минут. Печенье на основе овсянки из бананов готово. Приятного вам аппетита и хорошего дня!